В лесу неподалеку от санатория «Заречье» собираются люди в спортивной одежде. В них легко можно узнать чиновников и представителей различных ведомств Заречного. Все они пришли сюда, чтобы принять участие в забеге. Проводятся забеги, различные легкоатлетические старты для муниципальных и государственных служащих различных органов власти, как местных, муниципальные, ну и, соответственно, государственные. А здесь сегодня состоится забег муниципальных служащих города Заречного. Муниципальным служащим предстоит преодолеть дистанцию 1000 метров. Эти соревнования посвящены Дню Победы. Такие акции прошли практически во всех муниципальных образованиях Пензенской области. Конечно же, наш город не смог остаться в стороне. Заречный город спортсменов, город людей за здоровый образ жизни. И, конечно, посвящаем мы это самому главному и великому празднику – Дню Победы. Чтобы участвовать в забеге, не нужна специальная подготовка. Здесь никто не требует ставить рекорды и покорять спортивные высоты. Каждый участник выбрал для себя комфортный темп. Кто-то бежал, кто-то шел быстрым шагом. Первым финишную черту пересек начальник департамента культуры и молодежной политики Константин Безроднов. Всю жизнь со спортом, всю жизнь в спорте и до сих пор в спорте. Поэтому вот подобные акции, как вот сдача норм ГТО, подобные спортивные акции, которые сплочают отдельные коллективы, спартакиады различные, они приводят к здоровому образу жизни. И человек начинает задумываться, нужно ли это ему, а это действительно нужно. Это тот тип соревнований, где важнее не результат, а участие. И если ты вышел на старт, значит, уже победил. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».